21 июня новые выпуски «Еженедельника «Волна». Читайте в номере. 7-й фестиваль «Череняньгаш», где состоится, как добраться и что посмотреть. Лето наступило, или ждать возвращения холода и дождей, комментируют гидрометеорологи. Более полусотни печорцев от 6 до 60 лет в выходные сдавали нормы ГТО. Фестиваль продолжается. Кто виноват в майской трагедии с затонувшим вездеходом? Государственная инспекция труда завершила расследование. Северные дачники. Им надо успеть за короткое лето. Как всегда в номере «Кроссворд, сканворд, гороскоп», программа телепередач на неделю «Детская страничка». И, конечно, объявления, с помощью которых вы можете купить то, что вам нужно, и продать, что не нужно. И помните, наш еженедельник не выходит в понедельник, он выходит в четверг.